Вот, всем привет! Сегодня решил вам в очередной раз показать свой снегоход. Это SM002, гусеница на 600. Погодка сегодня вообще шикарная. Сейчас ходил с утра на охоту, одного рябчика всего видел, ничего не мог добыть. Вот по такому случаю, то что вот погодка хорошая, решил вам показать, как снегоход SM002 ходит в целик. Сейчас я нахожусь на реке, так что здесь снег не сильно глубокий. В общем, сейчас немножко вам покажу со стороны снегоход и прокатимся в поле без всяких накаток, как мне там пишут. Якобы я езжу по присыпанной накатке, мол, все это видно на видео. Ну, не знаю, у меня нет такого, чтобы кого-то там обмануть. Я просто делюсь с людьми вот своим снегоходом, который приобрел. Я не хвастаюсь им и его никак не хочу превысить, как-то завысить по сравнению с Бураном там и с какими-то еще мотособаками и так далее. Я просто свое мнение говорю и все. Мне снегоход этот очень нравится. Он самый натуральный утилитарник. Бегает он не сильно быстро. Вот я по навигатору самое больше разгонялся пока 36 км в час. Мне этого вот так вот более чем предостаточно. Я езжу в основном по лесу. Мне скорость особо не нужна. Хотя 36 км в час попробуйте проедьте на каком-нибудь снегоходе, даже ну на той же мотособаке. Не каждая мотособака еще с такой скоростью бегает. Так что это очень приличная скорость. Особенно по лесу. По лесу не всегда бывает. Вот там мне тоже пишут, якобы я по накатке еду, мол, с такой скоростью я бы устал ехать. Ну, ездите как хотите, это ваше право. Я езжу так, как мне нравится. Я еду по дороге или в целик, я еду всегда с небольшой скоростью. Потому что езжу в основном на охоту. А если ехать даже те же 30 км в час, вы просто-напросто все прогагарите, все проедете, все, что можно. Боровая дичь в основном под снегом. Нужно ехать аккуратно, не сильно быстро, чтобы можно было как-то что-то добыть. А с такой скоростью вы никогда ничего не добудете. Ладненько, давайте вам сейчас немножко покажу со стороны. Вот такой вот снегоход. Кто еще не видел, кто в теме, те поймут. Кому не нравится, закрывайте сразу видео, а лучше не переходите, потому что смысл заходить на видео и гадости писать, если вам это не нравится. Вообще не понимаю, не вижу никакого смысла в этом. Итак, подвеска полностью катковая. Никаких тут не надо еще дополнительных амортизаций, потому что это снегоход. Это ездить не по торосам, а именно по снегу. И по каким-то накаткам более ровным. Мне вполне достаточно вот этой амортизации, которая есть. Просто подпружиненные у нас тележки. Здесь находится 5 тележек. Звездочки сзади у нас вот такие вот. Без всяких выступов, просто круглые. Спереди звездочки самодельные стоят, такие же, как от тайги, только полностью металлические. Гусеница, повторюсь, на 600. Она... так, двигатель здесь 20-ка стоит, Лифан. Вполне этой 20-ки хватает раскрутить эту гусянку. Не надо там мне писать то, что движок слишком слабый. Дело не в движке, а в передаточном числе. Здесь передача у нас занижена. Бегает он, как заявляет производитель, этот снегоход с 20-кой. Он, когда гусянка у него прикатается и более в теплую погоду, он бегает до 40 км в час. Да, в мороз чуть-чуть посложнее ее раскрутить, потому что она толстая. Ну, такая она начинает дубеть, и попросту ее раскрутить сначала не получается. Так же, как на моей мотособаке Барс Следопыт. Там еще толще гусянка, ну или примерно такая же. Там скорость набираешь только после средних оборотов, когда гусянка начинает уже расшевелиться. Там такой гул стоит, даже движок толком не слышно. Вот. Давайте еще как бы небольшой такой обзорчик, кому интересно, конечно. Кто еще впервые видит такой снегоход. Это самодельный снегоход. Делают у нас в районе, в Усть-Илимском районе, Республика Коми. Здесь очень мне понравилось прицепное, не как у Бурана. Здесь, смотрите, это я уже не первый раз говорю. Вот такой вот здесь как бы не крюк, как у Бурана, а под прямым углом. То есть в любом месте, где вы застряли или как-то сани, может быть, запоперечили, вам неудобно, вам нужно сани эти отцепить. В любом положении их можно будет отцепить. Просто вот так рычаг подали и отцепили. А у Бурана здесь идет полукругом, и это не всегда получается в какой-то канаве где-то сани отстегнуть. В этом огроменный плюс. В брызговик стоит ПНД-лист.
Сломаю ему тройка, если не ошибаюсь. Да, тройка. Его тут хоть кувалдой бей, ему ничего не будет. В остальном пластик АБС. Он мороза немножко боится. Ну, не то, что мороза. Мороза он не боится, он боится ударов. Это не ПНД, это АБС. Так, тут мне фирменную подписали пижма по моей просьбе. Бампер такой неплохой. Это у нас получается 20 на 40, что ли, или полторашка на 40. Такая профтруба. Сразу же этот снегоход в полной комплектации. Не путайте то, что 29 лошадей, якобы говорят, что якобы 29 лошадей Лифан, это значит полная комплектация. Нет, полная комплектация также идет с двадцаткой. Это накладки лыж. Потом подогрев ручек присутствует здесь. Очень хорошо греет, все нравится. И что еще? Ну, в основном-то и все, наверное. 18-литровый бак самодельный. Его здесь вот полбака стандартного отрезают и приваривают уже дополнительный бак. Он где-то вот до сюда идет. Так. Имеется электростартер. Также ручной запуск. Фара. И по моей просьбе вот тоже поставили вот такой вот USB разъем, или как он правильно называется. В общем, можно зарядить телефон, навигатор, фонарик, ну все что угодно. И здесь стража стоит у меня, ну, показывает заряд аккумулятора. Так, зарядку очень хорошо дает. Я сам в этом убедился вчера. Поехали на охоту. Утром было морозно, я включил подогрев ручек, приехали, я его заглушил, забыл выключить. И несколько часов он простоял, у меня горел ручки. Я прихожу, хочу завести, здесь вообще ничего не горит, электростартер вообще мертвый. Никак я его тут не мог сразу завести. Хорошо есть ручной запуск, я его завел, проехал обратно до дома 9 километров, и у меня батарейка полностью зарядилась. Я уже заводил с ключа. Все офигительно, очень все нравится. Так, ладненько, давайте, если уже начал с обзора, кому не лихо, можете подождать мой бред, пока я вам тут все расскажу. Вот так вот все легко открывается. Банка стоит от УАЗика. Здесь компенсатор вваривают. Потому что вибрация здесь идет. Это одноцилиндровый двигатель Лифан 20. Вариатор Сафари. Ремень 33. Дисковые тормоза. Коробка реверс от Бурана. Цепь здесь стоит японская. Офигительная штука. Кстати, кто мне еще говорили, то, что 29 лошадей надо? Не знаю. Берите 29. Я взял 20-ку. Это, ну, 20-ка, она меньше тянет цепь. В общем-то, ну, для меня это как-то более приемлемо. Я выбрал 20-ку. Она и поэкономичнее будет, и в настройках чуть полегче. То, что там не надо будет репетировать эти два цилиндра, зажигание, мало ли что. Кому как, я вот именно свое мнение говорю. Я не пытаюсь кому-то втюхать это. Так, собственно, и все. Вот так вот все простенько работает. Рычаг переключения передач здесь матерый, как у трактора какого-то. Все нравится офигительно. Фара у нас стоит на 60 ватт. Светит ярко, далеко. Метров 30-40 она светит отлично в темноте. Резинки от Бурана. Стекло у нас стоит Бурана. Так, взял с собой ледобур. Сейчас пару дырочек пробурим. Хочу попробовать поблеснить окуня, если получится. Так, еще что? Багажное отделение. Вот никак себе еще коврик не могу купить. Все никак не доходит до этого дела. Так. Аккумулятор 55-ка. Я отвожу с собой всю фигню. Масхалат, всякие трещотки, стропы, мачете, ключи. Ну и все такое. Проволока. Чего еще больше надо? Топор только сейчас, правда, не взял. Ладненько, не буду все это дело затягивать. Кому не нравится, можете сразу же промотнуть. Потому что сейчас вот начну кататься. Покажу вам, как этот снегоход бегает в целик. Буду снимать все со стороны.
здесь небольшой разгончик дал. Уклон здесь очень приличный. Сразу же с льда получается целик. Нормально зашел. Сейчас покажу, как по полю езжу. Ну что, а кто тут видит, где какую буранку? Не знаю. Никаких буранок нет, вот. Сантиметров около, побольше 50, но тут на горке чуть. Где-то в низинах глубже. Ну, какой целик есть, такой и показываю. Ничего не преувеличиваю. Как есть, так и есть. Собственно, нормально идет, даже еще немножко на глиссер хочет выходить. Когда газку даешь. Видите? Ничего такого прямого нету, то вниз, то вверх. Здесь вон вообще какой уклон, вот я сейчас два раза в гору заезжал. Смотри, какой уклон. Вот тут разок заезжал. Вот там, видите как? Жик! Вот такая хрень. На мотособаке я здесь бы точно не заехал. Такой вот аппаратик. Судите сами. Кому нравится, кому не нравится. Дело каждого. Мне, по крайней мере, этот аппарат нравится. Он справляется со своими задачами. Как говорится. Покатался на славу. По целику, по реке, в гору, под гору. В принципе, прет нормально. Я от него сильно много не требую. По крайней мере, он полкуба дров запросто тащит. Ну, просто даже не чувствует. Куб смело можно грузить. Если где-то еще по ровной дороге, там может даже больше. Можно даже двое саней цеплять. В принципе, он такой нагрузки не ощущает особо. Попробовал, просверлил три дырки, половил. Попробовал, поблеснил, ни хрена не клюет. Но время просто вечер уже. Солнце уже на закате. Потом попробую червяков и рыбаков спрошу,
Как-то на утренне надо будет попробовать половить. Здесь такой омуток. Окуньки бывают клюют, бывает сорока клюет. Как повезет, в общем. Ладненько, спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачи и до новых встреч, пока.